Теперь у сургутян есть возможность набрать телефонный номер и пожелать всего хорошего случайному прохожему. Как сообщает портал ОСургут, в одном из скверов города стоит таксофон, принимающий входящие звонки. Местный активист Олег Избаш предлагает югорчанам принять участие в марафоне добра. Каждый может позвонить на доброфон и поделиться своим хорошим настроением. Чтобы подарить землякам добрые слова, нужно позвонить по номеру 834-62-20-96-45. При этом организаторы призывают сургутян не проходить мимо звонящего таксофона, обязательно поднимать трубку, чтобы выслушать добрые слова пожелания. Меня удивил тот факт, что на него можно отправлять входящие звонки. И как-то так в голове родилась идея, почему бы не обыграть это и создать что-то интересное, доброе, креативное для города. И пришла идея создать проект «Доброфон». То есть человек может позвонить на номер телефона, на этот таксофон и пожелать случайному прохожему что-нибудь доброе.